Добрый день, друзья! Сегодня наш разговор о плоскогубцах от торговой марки Проскит, но не о простых плоскогубцах, о прецизионной модели. Название ПК-256Е. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Плоскогубцы небольшого размера, длина 140 мм, рабочая часть 33 мм. Оснащены возвратной пружиной. Что следует отметить? Прежде всего, это характерно для профессионального инструмента Проскит. Обратите внимание, насколько четко здесь прилегание, подогнаны поверхности. Инструмент сделан из высококачественной углеродистой стали, подойдет радиолюбителям, электрикам для захвата и удержания различных предметов. Более подробное описание читайте у нас на сайте. Это были прецизионные плоскогубцы ПК-256Е от торговой марки Проскит.